Готова засыпать. Да. Еще отсосать готова. Ну, тоже хорошо. Не забывайте погасить на ночь микрофон. И ночью у нас полная тишина, и руками тоже не дрыгайте. Дима, тебе можно дрыгать руками? Тебе все можно, Дима. Тогда я не буду закрывать глаза. И это тоже можно, ведь ты номер один. Итак, номер один. Ваша карта. И ваша роль. Засыпай. Номер два, Наташа. Твоя карта. И твоя роль. Номер три, Слава. Ты тут? Ударился головой, твоя карточка. И подожди, еще твоя роль сейчас будет. Засыпай. Номер четыре. Свежий студент. Квикхантик. Твоя карта. И сейчас роль. Засыпай. Номер пять. Инсайдер. Твоя карта. И твоя роль. Будь здоровы, кто чихнул. Засыпай. Номер шесть, Сереж Десаут. Карта. И роль. Засыпай. Витя ЧБ, номер семь. Твоя карточка. И роль. Засыпай. Номер восемь, Финаргот. Твоя картонка. И роль. Спокойной ночи. Номер девять, Арина. Твоя карта. И твоя роль. Засыпай. Номер десять, Строго. Твоя карточка. И твоя роль. Засыпай. И номер одиннадцать, Skills. Твоя карточка. И твоя роль. Засыпай. Сейчас все спят. Полная тишина. Просыпается только мафия. Мафия открывает глаза, знакомится. Дон, пожалуйста, помашите рукой. Мафия засыпает. Так, на всякий случай, доктор, пожалуйста, проснитесь. Познакомьтесь со мной. Доктор заснул. Комиссар, проснитесь. Комиссар просыпается и знакомится со мной. Комиссар, тот, у кого была буква К на карте, просыпается и знакомится со мной. И засыпает. Утро. Доброе-доброе-доброе утро. Доброе утро. Все просыпаются. Господа, давайте сразу договоримся. Если вам прям совсем не понравилась ваша РП-роль, и вы не знаете, например, как ее отыгрывать, я могу вам ее заменить на какую-нибудь рандомную. А можно, если я неправильно буду отыгрывать, что-то будет? Ничего не будет, просто нет, Дина тебе вдыхло, блин, подъедет. Чат тебя будет. Дина, а можно заменить? Но если мне и та не понравится, я лучше оставлю первую. Как она ему заменит? Как он тебе заменит? Просто напишет Дискорда? Слушайте, а роль надо угадывать или это просто для РП и все? Это просто так, это просто для РП. Я в личку ВК напишу. Кто хочет заменить роль, поднимите руку. Я хочу заменить номер. Номер нельзя. Кто именно РП роль хочет заменить? Так, 4, 5. Все, да? Все остальные довольны, знают, как отыгрывать. Но я могу ставить свою прежнюю, да, если вторая тоже нельзя? Я посмотрю, как у меня. Бля, мне тоже интересно, слышь. Дина, у меня вопрос. РП должна отыгрывать как свой образ или в рамках мафии мы тоже, типа, должны следовать эмоциям по этой РП-роли?
Да, да, везде. Ну, глубину определяешь ты сам. Насколько Дина. Ты готов, насколько ты готов. То есть мне из-за своей RP-роли... Поменяй, пожалуйста, мне номер с 1 на 2. Можно? Я просто не хочу открывать стол. Я секундочку. Могу, ну, не так это нет, делать. Ну, Пинь, да, нет, номер поменять нельзя. Игра интересна. Ну, предположим, Тим, предположим. У меня RP-роль тупой, предположим. Ну, я не должен специально проигрывать из-за этого. Тупые у нас делали всякое разное за столом. Например, Дима Ликс просыпался среди ночи и все такое прочее. Он оставался с собой. Дима нихуя не делал в любом случае. Неплохо, неплохо. Все, окей, понял. Дина, напиши, пожалуйста, лучше в Дискорд, потому что мне в ВК там в беседах разных. Пикантик тупого отыгрывает. Долбоебика реально отыгрывает. Чего он так напрягся, говорит, ничего делать не надо, блядь. Ты че сидишь, как я? Ты как я сижу? А чё верхний ряд? А чё все сидят, как мы, блядь? Типа кикают, кто так не сел или что? Ой, ладно, я в пизду. У меня просто роли, слышишь, эти вот так, блядь, на стуле. Пизду, пизду. Так, инсайдер, то давай тебе тоже инсайдер в Дискорд напишу. Ой, блядь. Тебе нормально будет, Вань? Напиши на всякий случай, мне один тоже, потому что я, может быть, неправильно прочитал. А когда мы начинаем роли отыгрывать? Как насчёт Диман говорит, да? Да. Мне тоже напишешь, хорошо? Да, сейчас. Бля, Диман, это пизда. Нет, просто, ну, чтобы... Дина, можешь мне ради интереса тоже скинуть? Если там есть, конечно. Да, ну, вообще заново роли раздавать. Хотя там все давно просили. Диме я пишу то, что у него было, потому что он не мог неправильно прочесть. Понятно, роль слепого, блядь. Еблан, пиздец. Слава, тебе тоже поменять или что? Мне... Ну, просто интересно посмотреть, что выпадет. Если есть только выбор, знаешь, типа выбрать из, ну, из двух вариантов. Конечно, это интереснее смотреть. Ну, так вообще мне вроде нравится. У меня тоже такая непонятная. Так, отписала. Серега, еще раз. Рэп читать будет. Quick Hunting Insider. Вы оставляете так, первую? Сейчас я экран вижу. Я оставляю первую. Если коротко про Insider, то, что... Ты? А дай мне на выбор, Дин, тоже, пожалуйста. Да что такое-то? Я второй вариант лучше возьму. Блядь, я не знаю, второй или первый. Дай тоже на выбор, а я решу. Не, ну ладно, я первый отыграю. Диме не давай. Не, дай. Я могу скомбинировать, в принципе. Рид, я как раз этим занимаюсь. Вы поняли? Дима, что с ебушкой, блядь, Адидаса, блядь? Ебать, убрал. Дима не понял, объясните кто-нибудь Диме. А я не просил мне объяснить. Хантик, ты оставляешь, да? Нахуй мы объясняем, чтобы он сейчас грустный сидел, бля, всю мафию. Пусть лучше не понимает. Слава, а ты какую? Я оставляю первую, которую ты мне дала. Ну все, тогда у нас меняет только Хантик. Нет, я не меняю. Тогда вообще нахуй никто не меняет. А, меняет только Ваня. И можно, пожалуйста, на выбор скинуть, да, Дин, ты скинул уже, спасибо. Нет, я тебе ничего не скинул. Скинь, пожалуйста, на выбор, ну серьезно. Может, тебе список скинуть, Дима? Еще вторую. Скинь просто. Давай. Диман, РП-роль, походу, серьезный. Давай, бунтовать начнет скоро. Что ты торгуешься? Еще. Слав, а что ты переслал в мафию наш с тобой диалог? А, мне просто сказали, что, типа, Натаха сказал, что Арина не знает, что я ее в мафию позвал. Опа. Натаха просто, блядь, знаешь, такой вброс сделал, блядь, чтобы хейт в свои сиськи, блядь, обвисший полился. Да. Ну, она такое любит. Да не. Дима, ну, про сиськи она ничего не говорила, правильно? Российский от себя добавил. Все, тогда готовы, укомплектованы. И, Дима, пожалуйста, открываешь. Минутка. А где мы находимся? Где вы находитесь? Понятно, он бестолочь ебаный. Точнее... О! Дима и ребята, смотрите, вы пришли на свидание в музей. Это может быть любой музей. Любой вообще. Музей эротики может быть? Обстоятельства. Какой? О, мне нравится. Да, конечно. Ну вот и все. Я тебя пристегнул, и дальше мы уже с ребятами играем в мафию. Короче. Не мы с тобой пришли, а в смысле... Тихо. Ты уже пристегнутый, не можешь говорить. Я кляп ставил. Итак, это не роль, это просто фантазия. Короче, мы в музее все с вами. И среди нас есть те, кто не заплатил за билет. По-любому. По глазам вижу, есть зайцы. Зайцев не люблю. Я их даже, когда мы были в музее на днях, не кормил. Кормили обезьян, зайцев не кормили. Поэтому я для себя делаю тройки мафии. Скорее всего, 2, 3, 4, потому что они, ну, очень похоже сидели. Варианты можно связать. И еще один вариант. Извольте, редкостный еблан. 5, 6, 7 и 9, 10, 11. Пока буду искать мафии там, вот в этой тройке. Восьмерку не трогаю. Восьмерку не трогаю, он мне понравился. У него скучно, это как у меня. Все, пока еще там, мафия по-любому есть. Ребят, будьте очень осторожны, потому что, ну, с этим шутки плохи. Все, спасибо, передаю. Я верю этому человеку.
Спасибо большое, Дима. Ни о чем попиздел вообще. За такое открытие. Итак, Наташа, пожалуйста. Да я тоже, я Наталья! Я тоже не, ну Наташа, ты, в принципе, это... А Наташа роль не дали, что позвольте пукнуть микрофон! А, вообще похуй. Ой, а что идет, если что, да? Наташа сильно в роль вжилась, и пенис в рот она взяла. Что за неуважение? Вообще похуй. Я угадал, видите, роль как легко. Ты съебалась нахуй. Ей вообще поебать на нас. Ой, Наташа, Наталья, Наталья, что у вас во рту? Похоже, пенис, бля, я ебу. Могли бы вы изволить, пожалуйста, начать свою речь? Было бы очень приятно услышать ваш. Или съебаться голос. Нахуй с игры. Ранее, спасибо. Натак, ты воду сейчас прольешь. Вообще похуй. Ногу не дерни влево только. Блядь, скипни речь нахуй. Слушайте, можете Наташа, скажи хоть пару слов. Я тут как бы лего собираю. А то ну, насру тебе на лоб, ебать. Бля. Кстати, спасибо, Вань, смотри уже, видишь, как хорошо получается вот сейчас. Ну вот начался. Наташа, да? Хватит, хватит трогать ногти, блядь. Я думаю, минута прошла, пойдем. Спасибо большое, Наташа, за вашу речь. Слава, ты следующий. Добро пожаловать, друзья, в Музей искусства. И с вами я, ебаная, блядь, капуста. Ну что ж, скажу я первые слова, что первый полный, блядь, мудак. И высрал полную хуйню. Но впредь... Не верю я ему. Вторая просто шлюха. Ты что, бро? Смеялся. За кадром смех? Это хорошо, блядь. Слышишь, знаешь, когда контовыми шутками никто не смеется, блядь. Это то, что нужно, блядь. Так вот, ребят. Я достаточно чист. Как, сука, осиновый лист. О чем ебать, я глист. Спасибо большое. Раунд. Спасибо большое, Слава. Дина, могла мерси. Бы ты ставить музыку, чтобы было атмосферно? Какая тут музыка нужна была? А-а-а, кто это делает? Извините. Бля, у кого АСМР? АСМР! Номер 4. Шокер. Бля, ну, во-первых, я о чем могу сказать? Ну, не нравится речь первого, потому что... Смотрите, вот это. Да, мам. Вторая да, меня просто алло. Заебала. Да. Блять, да, не вмешивайся в мою речь. Завали свой пиздак. Осуждаю. Заткнись. Наталья, хватит говорить, а то придется вас... Что, блядь? Побрить его. Я хочу, да. Ой, блядь, как же ты раздражаешь нахуй. Да ты че, вот хуйню. Наташ, заткни ты свой пиздак! Я что, блядь, ебаный мудак? А ты-то че, блядь, перебиваешь нахуй? Моя речь. Закрой ебало, блядь, дружок. И я тебе вложу в рот пирожок. За огородами, да, короче, да, я да, не да. знаю даже, что тут сказать. Хай, но... Я тебя слушаю, слушай, рассказывай. Да мне верю. Похуй, иди окей, в пизду. Окей. Я тебе верю, брат. Я тебе верю. Не, в мафию с дурачками. Бля, даже нечего сказать, я скипаю нахуй. Ох, что ж за, блядь, на номере, блядь, два. Я ему поверил, я ему поверил. Да. Сыграл очень хорошо. Марк, инсайдер, твоя минута. Я потом на шугаринг пойду, да, мам. А потом на маникюр, да. И надо, блядь, побрить пизду Натахе. Да, мам, у Скиллзора вчера трек вышел, кстати. Ты слышал? Да, прикол ДС, да, прикольно. Вторая не нравится совсем. Да. А что за чавка, не пиздец, как будто в рот засунул, я ему хуец. А прикинь, мам, Вадима забанил. Поиграю с 4. Угу. Не поиграю с 2. 1. Согласна. Хороший был парень. Но не заслуженно, не заслуженно. Все, что могу пока. Подожди, мне мешают. Вань, ты того мужика отыгрываешь. Спасибо большое, Ваня. Плюс в чат, кто возбудился. Сережа. Да. Так, друзья, всем привет. Я определенно буду дружить с номером один. Очень понравилась его речь. Это мой друг. Бля, с двойкой тоже не буду дружить. Давай, мам, она мой пока. Враг. Я к ней враждебно настроен. Не нравится, как она играет. Тройка мой определенно друг. Я с ним спасибо, давно, брат. Очень дружу, взаимные эмоции. Дружить. Мы друзья. Дружба это вообще, знаете, я люблю дружить на самом деле. Мы будем друзьями. Друзья. Согласен, я с тобой, брат. Тройка хорошо сказал, мне нравится. Сейчас прыгну в поезд, я Сапсан. Закрой ебало, блядь, вторая! Ты чё, блядь, сука, блядь, тупая! Ненавижу тебя! Я похуй, ты не понимаешь? Она мой враг, я её ненавижу. Я против двойки. Четвёрка мой друг, хорошая речь. Мне понравилось. Типа, я буду играть с четвёркой. Четвёрка друг. Ну и пятый тоже друг. Шепчет хорошо, мне нравится, когда мне шепчет, мы с ним обычно созваниваемся по дружбе, потому что мы с ним дружим. Много друзей не бывает, хороший завтрак помогает. Да, двойка враг, я думал, он только со мной созванивается. Ненавижу двойку. Блять, не лезь нахуй в разговор.
Все, речь понравилась первого, тройки, четверки, пятого. Второго ненавижу. Марк, это ты мне? Второго ненавижу. Серег, может, все-таки в мафию играть будем, блин? Не будем так сказать. Спасибо большое, Серег. Второго ненавижу, блин. Витя, номер 7, пожалуйста, 2 минута. Да, всем привет, мы с вами в... Здравия желаю, мой поклон. С вами, получается, в музее, да? Угу, да. Вот, такая игра, на самом деле, вообще очень сложная получается, честно говорю, потому что я очень не понимаю. Нет, ну я очень честно верю, очень верю, вот первому очень верю. Вот вторая, вот мало поговорила, но как-то тоже, ну, большая ошибка, друг мой. Речь, убедительная речь в двойке, мне тоже понравилась очень двойка. Тройка тоже очень интересный персонаж. Спасибо, спасибо за лестные. Как-то честно, вот передо мной мафии вообще точно нету. Потому что и четверка, мне все речи понравились. Я вот всем поверю, реально. Я со всеми поиграю, кто передо мной был, со всеми. Красава, ну. Спасибо вам большое, Виктор. Спасибо большое, Вить. Спасибо. Потрогайте, большое. Пожалуйста, мой пот Виктор. Ваня, активируйся микрофон. Финаргу, а твоя минута. У меня? Во. Так, ну, вообще, как бы, у меня сегодня была запланирована сборка Лего, который мне подарил Иван Инсайдер, вот. Имперский штурмовик. Поэтому, ну, типа, я занят сейчас, вообще, нахер вы меня мафию позвали. Ну, как бы, ладно, я так, типа, посижу тут, пособираю. Не, можешь съебаться. Если... Всем похуй, Витя. Точнее, вот. Митя. Если честно. Ебал я ваше сраное тесто, блядь. Как бы, вот видите, я одну вот так ставлю, и уже лучше, как бы, получается конструкция, как бы, блядь. Вот. Вам, видимо, все-таки надо что-то по игре сказать. Ладно, я считаю, что первый мафия. Спасибо. Я дальше собирать. Спасибо, Финаргот. Ариночка, твоя минута. Всем привет, друзья. Спасибо, что пригласили меня на данную мафию. Очень рада вас видеть. С вашего позволения я сейчас буду говорить свою речь. Вот. Заранее спасибо, что выслушали меня. Взаимно, Няша Аринян. Ебать, подъехал новый нян! Да, да, извините, пожалуйста. Ничего, ничего. Вячеслав, я перебью вас. Угу. Вот, значит, что могу сказать? Ну, я, опять же, если вы не против, дорогие друзья, предлагаю сразу как бы исключить второго игрока. Вот, он как бы всем нам а не нравится. А что нахуй? Вот. Ну, ты что за пиздел это, а? Играю, опять же, с позволения вашего, Виктор, играю с шестерочкой, нравится ласкание ушей от пятерочки, и троечка нравится своей поэзией. Спасибо, что выслушали, всем хорошей игры. Благодарю, мадам. Благодарствую, Ариночка. Строго, твоя минута. Знаете, как называется, когда девушка целует тебя после минета? Кэшбэк! Ебать, кокос, вы, блядь, еблан! Настолько разрываешь, что... Не совместно. Бля, ну короче... Разорвало камеру. Играю... Да ты тебя не видно, бля. Да, сейчас я пофикшу, играю против... Вы что, бля, сука, охуели? Вы что, сегодня, блядь, не ели? Вас первой, что ли, накормить? Или, бля, пенисом усики побрить? Что за хуйня? Кокос. Ой, шутка со спецэффектами. Строго вообще. Продолжай. Блять, как же... Кокосу просто электричество в городе нахуй отрубило выборги, блядь. Взрывной волной щиток нахуй. Все, я сказал, все, сейчас я камеру врублю, подождите. Взрывной волной кокос щиток сломал. Пердел я. Что-то там про анал рифмуется, Слав. Пердел я ему в анал. Пердел я пальчиком в анал. Ну, пальчиком тоже можно. Сувал я пальчик в анал. И скиллс закрываешь? Закрываю. Ебало желательно. Сначала осуждаю нахуй весь стол, короче. Потому что реально тут слишком много грязи было. Что можно сказать по первому игроку? Сидит вообще непонятный какой-то, блядь, вообще. Урод. То есть реально. Его только нахуй осудить и все, максимум. Бестолочь! Вторая вообще нахуй ушла. С непонятной её кикаем сразу нахуй. Тройка вообще, блядь, вообще вопросов нет нахуй. Поэт, блядь, все, красавчик нахуй. Не мафия по-любому. Спасибо, спасибо, сэр. Мирный игрок, блядь. Может, конечно, доктор, блядь. Ну и... Там уже посмотрим, блядь. Ни 4 с хуем во рту сидит, вообще заебал тоже уже нахуй. Так, пятерка СМР. На его речи у меня встал член, блядь. Я вообще этому рад, блядь, буду с ним играть. Шестерка мой Кент. С ним так играем. Что, отлижешь? Показывай, не показывай. Не-не-не, не покажу, не покажу. Я осуждаю. А? Скажи скорая. Скорая. Твоя мама голая! Осуждаю! О! Ну как на маму вы позволили? Ебать! Десятка мафия, нахуй! Как на маму играю, вы позволили точно. Поднять свой хуй?
Прибрежьте перья, свои трусы! Умрите, сука, умрите, а, кстати, мы пришли же в это, да, где скульптуры, там что там стоит, блядь? Как любой музей на твой вкус. Произведение искусства. На свидание, да, как я понял? Да. Но со мной никто не пошел, и я лапал там скульптуры, блядь. Осуждаю, блядь. Ты так высоко. Спасибо большое, скилл. Спасибо перед ночью вам общую минуту. Минута общего обсуждения. Ребят, ну что сказать? Пошли вы нахуй, сука, блядь. А я могу вам сказать одно, ребят, не доверяйте ближнему своему. Это Вань, смотри. Красиво первое ты сказал, но правда вот тебе ебал, блядь. Смотри, семерка, поясняю, двойки. Двойки ни один стол, ну никто не поверил за столом. Она, моя ближняя, как мне тройка. Тройка, ты веришь, двойки? Несешь, блядь, что ты несешь? Тройка, ты двойки. Четвертый, тебе, блядь, школа, скоро, блядь. Скоро в школу. Мне верят двойки или нет? Мне верят двойки? Не верь двойки, не верь. Не верь никому, кроме себя, Витек. Я не верю. Я не верю. У меня лохматый, блядь, пупок. Верь мне, верь мне, Не верь второй, пошла она нахуй. Единичка врёт, что ли? Это не в рифму, но похуй. Да, он врёт. Двойка лучше говорит. Ты сидела всё время, молчала. Мафия 2, осуждаю. Мафия 10 и мафия 8. Видите, позвольте вспомнить мне его. Уходит. Вначале он говорил, что 1, 2, 3, точнее 2, 3, 4 являются мафиями. В да, этой квартире. И господа. Забыл, получается, ебаный ты. Спасибо вам за знакомство, а теперь самое время собираться в сон. Засыпайте. Спасибо всем, ребята. Под звуки пока. СМР. Я еще собираю. Желаю всем спокойной ночи. Да, я собираю. И чтобы ночью кто-то кончил. Я типа давайте собирать дальше буду, извини. Все закрывают глаза, все спят. Полная тишина. И просыпается мафия. Мафия просыпается и решает, кого же убить. А можно выйти? Опух. Итак, я жду общего решения. Мафия засыпает. Просыпается Дон мафии. Просыпается Дон мафии. Вся мафия просыпается. Вся мафия просыпается. Я показываю номер Дона. Мафия засыпает. Просыпается Дон. Дон ищет комиссара. Дон засыпает. Просыпается доктор. Просыпается доктор и выполняет лечение. Кого же будут убивать этой ночью? Доктор засыпает. Пробуждается комиссар. Комиссар ищет мафию. Комиссар засыпает. Утро. Доброе-доброе утро. Все просыпаются. Ну, чё всем полная доброе коробочка, утро. Блядь. Прекрасный утренний рассвет. И кто-то делал мне миньет. И я люблю катать... Шары? Не знаю. Да. Ой, кто-то делал Славе миньет, а кто-то в это время... убивал Финаргота. О, бедный, Финаргот, сука, Финаргот мёрт. Ебаный, блядь, бот. Его нашли под ящиками с Лего, к сожалению. Конструктор Лего не собрал, зато писюн он в рот, блядь, взял. Да похуй. Но у меня ничего, у меня там хорошо получается. Продолжим. Да, давай. Давай, Митёк, съебался нахуй. Но память о тебе останется навечно. Да, ебать, только... а что это такое у него? Ебаный. Да, ребят, смотрите, теперь обновление вырубай, и там не получится просто выключить вебку, потому что иначе она свернется. Поэтому просто чем-то ее накрываете или вот снэп-камеру отключаете. Ну что же, обсуждайте. Общее время сначала. Ребят, не знаю, кто такое мог позволить, но точно он получит, ребят, по заслугам. Кажется, меня проверяли. Ебал я лучшего, бля, друга. Уже я знаю, ну, знает, что красный комиссар, если он жив, если не восьмой был комиссар. Осуждаю. Поэтому играйте со мной, скорее всего. Не-не-не, кто-то комиссар есть, комиссар, не говори о себе, чтобы тебя не спалили, но
Если меня проверил, это правильно. Дима, у тебя красная карта, Дима? У меня красная карта, и я проверенный, скорее всего. Кто-то вылетел? Дима, я с тобой играю, Хантик, вернись, пожалуйста. Вить, давай вместе держаться. Хантик, еще не 1 сентября, сиди тут, сука, ёпта, блядь. Что ты ебись, нахуй. За что, блядь? Я же творческая личность. Интеллигентная, по-моему, девочка сидит. Ой-ой, экран сверните, быстрее, пиздец. Что? Сверните. Осуждаю. Девять. А, это коленка у Арины. Подозрительно себя ведете. Я испугался, пиздец. А ты подумал, пенис стал. Ебать ты, сука, амбал. Девять, вы мафия? А у нас вообще обсуждение идет? Да хуй его знает. Да, на мафия. Ответ да или нет здесь? Ответ да или нет? Да, да, мафия. Либо да, либо нет. Большое. Прекрасный утренний минет. Да, охуенно поговорили. Спасибо большое. А теперь обсуждение по очереди, начиная с Наташи. Наташ, пожалуйста, у тебя минута. Ой, началось. Давай, Наташа. Дай тебе 10 секунд. Хватит. Да, я думаю, это тебе хватит 10, Дим. Не, обычно 10 секунд хватало до саунда. Нормально она тебя, да? Дерьмой враг. Я шучу, Серёг, прости меня. Поебать, кто мафия? Не знаю, мафия, уже разлогинься, пожалуйста. Бля, не знаю, передаю этому Славе Бустеру. Наташ, ты кого-то будешь номинировать? Слава, стих есть заготовленный? Заготовленного нет. На свой вкус, а я творю душой. Кого-нибудь вот так тыкни пальцем в небо. Ну, давай в Ликса тыкну, тогда ты номер один номерируешь. Тыкните в Ликса, ебать, в его яички обвисишь. Диму не трогайте, он не мафия, не надо. Вот-вот. Спасибо, Наташ, спасибо. Слава. Ребята, полная хуйня. Проснулся рано, сука, я. Сосал мне кто-то, но сейчас не в этом дело. Я чуть-чуть ночью спотела. Лежал под одеялом, потом открылся. И кто-то к хую прицепился. Смотрю, игрок под номером 2. Ебаный, блядь, комар. Сосал всю ночь. Верни мне кровь. Паскуда, сука! Это не любовь! Это не любовь! Я не пил кровь! Ребята, я скажу, блядь, так. 1 из 7 играет вместе. Как, сука, сосиска в тесте. 4-й просто долбоёб. 10-ка конченый хуёк. 9-ка вонюк. Вроде, блядь, молчит. По делу что-то говорит. 6-ка просто, блядь, куколд. 5-ка ёбнутый, бля, олд. Поэтому скажу я так. Верните музыку, бля, мне. Сейчас я потише делаю. Верните иначе музыку мне, блядь. 1 из 7 играет вместе. Пока не знаю. Что? Ты, блядь. В тесте была. Там. Да уже была, блядь. Хотел ее ставить. Сосиску в тесте, блядь. Тогда сосиски вместе. В натуре, блядь. Как сосиски вместе. И крутанем штурвал голландский. Я за. Да, я тоже. Ёбаные дрожжи. Ну что ж, спасибо, Славский. Спасибо. Я верю этому человеку. Спасибо, дайте друзья. Дайте этому спасибо. Человеку Нобелевскую премию. Спасибо. Я считаю аплодисменты. Я в семерку. В душу прям. Не надо, не надо, он проверял меня, скорее всего. Семерку выставляешь, да, Слав? Я выставляю, то я ему верю. Ну, блин, хорошо говорить, чертяка, реально. Ну что ж, что нам скажет Хантик? Марк, пожалуйста. Бля, какая-то супер-супер хуёвая игра, блядь, потому что у нас, блядь, этот дед ёбаный сидит, блядь, скрежет свой микрофон. Уважай старших. Да иди нахуй, блядь, заткнись. Уважай старших, дед. Школяр. Короче, ладно, я буду сразу же против первого. Извольте, он уже студент. И в первого уже был голос. Вот это очень хорошо. У Скилзора упал, блядь, волос. В общем, я не знаю. Скилзор тоже запизделся, что-то много на первом кругу, блядь, про всех сказал. Ну хуй на этом, бля, ну это... Так пошел ты нахуй, Скилзор. Ну, он стол уже, сука, закрывал. Ну да, поэтому на него у меня нету подозрений. Но опять же, блядь, игра фул хуёвая, я вообще ничего не могу сказать. Ну, блядь, какого хуя нас... О, это съебалось куда-то. Наташа забыла, что на стриме. Сейчас снимет трусики во сне. Почему у нас 7-й номер, блядь? Наргот, это ты? Перезаходишь? Почему 7-й номер, блядь, говорит про каждого, как будто... Давай спросим у него. Он всё знает, блядь, я просто... Да-да-да. Бля, ты нормально говоришь, кстати? Спасибо большое. Марк, ты кого-то выставишь? Ты в Наргот зашёл? Чтоб не выебывался первый пусть. Он сказал, что да, это он, Финаргот. Ребята, Финаргот ожил. Это запись, это запись.
Ебаный, сука, он инжир, блядь. Энергот, покажи мне пять пальцев. Блин, Дина, ну покажи лего. Ну что вы... Потому что, блин. Его кикнули. Ребята, он кикнул его, ты чего пугаешь? Потому что, очевидно же. Ребята, ссориться не надо, запомните, брат всегда за брата. Что за прикол? Какой прикол, Митяй? Заходи обратно, Дуликс перепугал. В смысле, блин, потому что пиздец, там запись была, видно же. Покажи палец Ликсу, чтобы он понял. Два покажи, два, это запись, может, два покажи. Нет, это очко, он показывал очко, он вчера на стриме, покажи фак. Ой, блядь, запись! Это запись! Фенаргот, это самострел был? Самострел, Фенаргот? Фенаргот! Самострел был. На каком основании Фенаргота жили вы? Камеру. Я занят, чтобы... Я, ну, типа, лего Можешь собираю. Пальцем подержать, посидеть. Ну, чтобы не думали, что ты живой. Да. Ну, я лего собираю, я занят. Закрой пальцем камеру, будут думать, что ты жив. Да. Как я пальцем, да я собираю. Закрой лего камеру. Короче, фиг с ним. Итак, Хантик, ты кого-то номинируешь? Ебать, он в Атаке лостый, блядь. Я не знаю, я не вообще никого. Третий размер, по-моему. Ну, никого, так никого. Спасибо, Хантик. Да, у него 45-й. Ебать, у него ласт в натуре, пингвин, блядь. Ваня, твой черед. Извините, это у меня радио, ребят. Есть подозрение, что игрок под номером 2 это хоббит, только с бритыми ногами. И, по-моему, у нее грязные полы, да? Очень грязные. Итак, игрок 4 мне очень нравится, несмотря на то, что он грустит. Я бы ему скинул одну геолокацию, чтобы ему стало... Авторские не прилетят за телек? Типа у кого-то такой телек уже есть? Не-не-не, да, там показывают просто с Ютуба ролики. Ну сейчас, блядь, сейчас... Паскуда, сука, что творишь, ебаная, блядь, ты, блядь, мышь! Главное, чтобы она эротическую йогу не запустила. Какая роль, блядь, у нее? Извольте узнать, откуда вы знаете подобный жанр? Извольте сказать, Дин является преподавателем эротической йоги. Именно так. Что за эротическая йога? Спасибо за ответ, Дина. Каждая поза заканчивается на члене. Рогатку в леггинсах раздвигаешь. Так что охотник создает рельефную форму сквозь. Выставляешь, чтобы готовился, да? Нет, еще, Ваня, еще, там Ваня, просто еще, чавка. Голышом йогой занимаются. Сам-то рогатка. Ваня, так его ты выставишь? 1-7 в номинации. А меня шок и номинировали, да? Да. Извините за мой сделал смех. Это я. Ну, ничего, Арина, все мои шла. Люди. Вань, ты кого-то номинируешь? Давайте послушаем. 11 еще. Хорошо, спасибо. Сережа. Не, на пятерка точно мой друг. Вообще, знаете, что я для вас их тут везде всем друг. Я дружелюбно настроенный игрок. Вот, но единственное, что вот двойка, ненавижу ее. Я к ней очень враждебно настроен. Просто это, ну, это. Я бы сказал, но не буду, нельзя такие вещи говорить. Еще мне не понравилась речь первого. Мне не понравилась речь первого. Я сейчас враждебно настроен к единичке, хоть он мне был другом. Вот. Наверное, выставлю единичку, если он не выставлен. Если выставлен, значит никого выставлять. Хотя можно послушать еще, наверное, десятку. Хочется услышать какую-нибудь шутку. Ты же двойку ненавидишь, выстави ее. Да, выставлю десятку. Нет, двойку выставлять не буду. Не надо мне выставлять, не надо, пожалуйста. Нет, не надо, я другого давай. А я другого? Семейку, да, другого. Двойку, десятку. Тогда десятку. Ага. Так другого! Спасибо большое, Сереж. Спасибо. Витя, твоя минута. Так, единички верю, с единичкой играю, единичка очень хороший. Двойка... Да идет она нахуй. Согласен. Тройка, получается, хоть она меня и выставила, в принципе, я с тройкой поиграю, тоже очень нравится красноречие, оно развито очень сильно и серьезно. Четверка, тоже, честно, хоть он там вот, меня обвиняет в чем-то непонятно тоже, но очень хороший человек, мне он нравится, я ему верю. Пятерка, ничего не услышал, что он говорил, к сожалению, очень тихо было.
И шестерка, вот у меня шестерка, честно, вот хотелось тебе верить, очень хотелось. Но ты как-то вот ко всем был позитивно настроен, а потом говоришь, я со всеми дружу, но единичку нахуй, двойку нахуй. Как ты со всеми тогда дружишь? Я не понял. Поэтому я выставляю шестерку. Спасибо. Шестерку. Спасибо. Кто-то поддержал, спасибо за поддержку. Запахло. Арина. Запахло мокрой киской. Извольте, Арина. Сейчас кушала я ириску. Дорогие друзья, спасибо еще раз, что дали возможность высказать свою речь. Света Стани... Вячеслав, как вас? Вячеслав. Мое почтение. Позвольте выразить свое восхищение, у вас была прекрасная речь. Благодарю, Арина. Полностью согласна. Благодарю. Вот, еще хочу обратить внимание, дорогие друзья, с вашего же позволения, что двойке нужно было в 7 часов куда-то... отлучиться, и, возможно, она делает все, чтобы сейчас выйти. Вполне возможно. Ты про меня, что ли? Вот. Ты чё, Шлёндра? Возможно, стоит пойти на подобные... Нахуй! Прошу прощения за мой французский. Мне уже, оказывается, никуда не надо. Ой, блядь, ещё терпите. Тогда терпеть нам эту суку. Ебаные, блядь, лягушачьи муки. А, вот, ещё нравится четверочка. Тоже не грустите, пожалуйста, вы прекрасны, не злитесь. И шестерочка, вот. С вашего позволения буду с вами играть. Спасибо, что выслушали. Шестерочка сейчас свободна, и то, что... Спасибо, госпожа Аринян. А вы кого-то выставите? Подскажите. А, двойку. Двойку. Поиграть. Хорошее решение. Играю против девятки. А, господин ведущий. Какой? Инсайдер, какой вопрос? Инсайдер вас беспокоит. Что? Игрок под номером 2 намекала на течку. Да. А что такое? Протек пизды, прорвало дамбу. Да, я не помню. Спасибо. Томатный сок пролила. Моя? Ага. Ну, играю против третьего игрока. Позвольте. И про него я придумал шутку. Давайте, давайте зарядите. Людей вы, сука, посмешите. Пошли вы нахуй, блять, козел. Сидит Славка на заборе, мочит письку в ацетоне. Химия, химия, вся пиписька синяя. Ой, извините, пожалуйста, за мой смех. Поставлю тебе это, чтобы камеру не выключили. Хороший выстрелил снаряд. И вызвал на тебя, блядь, я отряд. Тебя, блядь, в попу отъебут. Выставляю троечку. Кричишь, ты, сука, вырегут. Ёбская игра. Троечку, да? Да. Спасибо. Давайте закончим быстрее. Ой, скиллс, пожалуйста. Так, осуждаю весь стол, как всегда, блядь, короче. Да-да. Двойка АПК нахуй сидит. Так, что мы можем вообще, блядь, сказать по столу? Я не знаю, мирные, короче, скорее всего, проебут, блядь, ну, как говорится, блядь. Знаете почему? Потому что, блядь, я за мирных, блядь, это значит проеб стопроцентный. Да, охуенно поддержал сейчас. Чё я вообще имею? По мафии, я не знаю, подозрений один, из подозрений один и семь только, короче. Да, иди нахуй. Наташа, сучара, блядь! Заставляешь меня говорить, блядь, не на должном языке, блядь. Осуждаю двойку за телевизор, нахуй. Короче, не знаю, выставлять никого не буду. А семь выставлю? А не могли бы вы выставить? Выставлю, да, никого не выставляю. Спасибо, ебаная Наталья, ебала ее, блядь, талию. Пошла ты, блядь, в Анталию! Сипись с Москвы сучара, сука! Это уже перебор! Иуда! Мы не слышим друг друга! Сучара! Либо-либо! Слово тебе! Не могут быть в телевизоре, блядь, ты понимаешь? Я говорю? Да! Господь нам помощь, блядь, друзья! Ебаная на двойке, блядь, хуйня! Вам ее слышно? Цепь Арго. Музыку слышно? Да. Ситуация сложная. Среди нас есть три мафии. Услышно? Остальные... Одна из них ты. Красные игроки. Вопрос, который меня терзает уже второй ход. Лик, скажи сотка. Кто мафия? У меня есть несколько предположений. Двойка, скорее мафия. Семерка. Комиссар. Он проверил меня. Это херню мы ставим. А я чувствовал, что меня проверяли, потому что я был подозрительный. Бля, господи, это мое. 11-й. Посмотри на меня. Ты красный. Больше не упоминай меня в своих речах. 10-ка. Ты мафия.
ты не реагируешь. Он мафия. Позвольте, редкостный еблан. У меня остается 5,9. 5,9. 5,9. А ты меня что скажешь, хуила? Четверка. Четверка мафия. Дима, так вот выставишь? Такой эпичный речь. Четверку. А что, когда голосовать будем? Когда съебешь. У нас 1, 7, 11, 10, 6, 2, 3, 4 в номинации. И теперь оправдательные речи по 30 секунд, начиная с семерки. Единица в конце поговорит. Я ведь не выставлен, да? Выставлен. Всем привет. Я не мафия, но и не комиссар. Играю с единицей, с двойкой. Тройка, четверка. Я со всеми играю. Я не получается. Нихуя его команду набрал. Соответственно, не ошибись, я не комиссар. Не ошибись. Я не комиссар. Не а кто мафия получается, Дима? Я говорю 9, 10, 4. Я верю Диме. Но это может быть и не так. Я не мафия, точно. Но я точно не мафия. Я играю за Красный Город, но я не комиссар. То есть я Дмитрия не проверял. Витя, а, то есть Дмитрий врет. Устив, ребята, это все, бля, брос. Спасибо большое, Витя. Спасибо. Это все, бля, брос, ебаный, блядь, словесный понос, блядь. Тут надо быть очень аккуратно. Номер 11, скиллс, твое оправдание. Осуждающий банит, короче, за его слова. И пойду его же ходом и буду просто говорить, короче, я мафия, нахуй. Я мафия, ребята. Я мафия, со мной играет один. И кто еще со мной играет, я не скажу. Осуждай, 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 скилл, потому что там осуждаю. Слово. Осуждаю, что это было, вы слышали тоже? Осуждаю! Осуждаю! My balls? Осуждаю! А, это, бля, опять вторая балла. А что с хантиком? Хантик телепортируется. Это что, кукла Вуду чья-то? Номер 10, строго. Бля! Ты успел придумать? Бля. Давай. Давай я тоже скажу 300. И у меня маленький член. Ладно, сейчас. Я лагаю? Нет. Бля. Я строго всем привет. А я лагаю? Валик, давай байт его какой-нибудь. Нет. Чему ж ты как я? Я не успел. Простите меня. Не надо было мне выставлять десаут. Давай, такой типа 150-150, будет 300, а ты? Не-не. Готов десаут? Да. Спасибо большое, строго за речь. А теперь как раз речь десаута. В общем, я как уже говорил, я мирный житель. Я дружу со всеми за столом, кроме единички. Пока что. Единичка мне не нравится, как говорит. Я думаю, что единичка мафия. И двоечка. Двойку я просто ненавижу. Это значит, не связано с игрой. Это в принципе, это факт. Я просто ее ненавижу. Я к ней вражда. На то есть основание. Слышишь? Ваше недавнее осуждаю. Свидание. Которое закончилось анальным сексом. Прикуску с лакомным, бля, кексом. Номер 2, Наташа. Твое оправдание. А кто меня выставил? Тебя, ебать Арина тебя, выставила. То не должно. А похуй на нее. Вот тебе, поняла? My name is похуист. И пошла нахуй, Аринян. Все, это моя речь. Спасибо. Спасибо, да. Бэ-бэ, Наташа. Не трогай, Арина, мой друг. Отсоси. Номер 3, Слава. Меня, оказывается, выставляли. И каждый раз, бля, попу подставляли. Когда я членом, блядь, входил. Кричал я. Как орангутанг вопил. И что я вам могу сказать? Не мафия я 100%, блядь. Поверьте на слово вы мне. Пиздеть мне смысла нет. Иначе рот у тебя в говне? Иначе рот в говне. Спасибо, первый вам игрок. За то, что взяли мой хуёк. За то, что в рот засунул член. За то, что взял мои яйца и отсосал их. Простите. До слёз. Укус Оксимирона произошел. Ребята, в общем... Я чист, поверьте мне. Как трубочист. Я чист, как... Солнце на закате. Я чист, как отношение матери. Я чист, как первая любовь. Я чист, как первой группы кровь. Я чист, ребята. Вы поверьте мне. Я чист. И это все. До встречи при луне. Я верю.
Спасибо большое, верю. Слава. Спасибо. Тройка, мой чат друг. Взрывается библитумпами. И оправдание Хантика. Я даже не знаю просто, что сказать. Это же... О, кто-то пришел, ребят. Сейчас, извините. Хотя по съебам для... Звонок вам в дверь. Откройте вы скорее. Есть ли смысл оправдываться? Это уже игра проиграна. Не знаю, короче, это был пиздан. Товарищ, вы чуть в тильте? Попробовали вы на вкус тильте? Короче, не знаю, что я должен тут сказать, когда, блядь, тут, в принципе, идеально поговорил игрок третий до слез. Просто до слез. Спасибо, Хантик, спасибо. И у нас остается только номер один оправдание, давайте его ждать. А у меня одного Хантика забили. Он не двигает специально просто. Позвольте перезайти. Да, мне кажется, здесь нет мочи. Он не завис, он моргает. А теперь отвис, ну у тебя моргает. Нет, Витёк, поверь, есть мафия, это единичка. Витёк. Я тебе верю. Но почему ты с первым выбрал поиграть? Хорошо, я тебе верю. Ебал я в попу его кровать, блядь. Сейчас я позвоню Ликсу. Раз Дима отошел, значит, что-то он нашел. Звонок спонтанный был, однако. Возможно, там сейчас драка. Может, возможно, дали пиздюлей. В РП, конечно. Поскорей. Но не Диман. Жалей его, паскуда. Закрой ты, сука, рот, Иуда. Я перезай. Он не берет. Не берет, Диман. В рот. Прошу прощения, не в рифму было это. Но просто хуй, как киевская котлета. Чуть-чуть надрезать не за луп. Естественно, в РП. Потечет. Короче, ладно, быстрее, Диман, говори, иначе я себя закапываю. Я думал, все, пизда. Там как раз твоя речь. Моя речь? Давай, да, оправдательная. Кто сказал, хуйло на что-то? Живой рот ебал, блядь. А почему спермы нет тогда? У него еще нет спермы в таком раннем возрасте. Ладно, давайте, не об этом. Вот и поговорили. Два, 10, 4. Да, верю. Хорош, реально, бля. Спасибо большое, Дима. Итак, приготовьтесь голосовать. У нас в номинации 7, 11, 10, 6, 2, 3, 4, 1. Голосуем только один раз и голосуем обязательно. У вас будет 3 секунды, чтобы поднять руку против того игрока, кого вы считаете мафией. Поднимите руки, кто против игрока номер 7, Вити Чатбаната. Одна рука уходит в Витю. А о, вторая так, или нельзя? Так. Нельзя. Понял. Витя наш друг. Да. Кто докинул? Но Витя кто играет против? С игроком номер 1. Кто против номер 11, Скиллзора? Раз, два, три. Так. Арина, это рука или ты просто облизываешь пальцы? Слишком много против 11-го, да, я тоже. Тогда речь зашла об игроке номер 1. Если что, номер 2 похуй, он за всех голосует. Арина так, начала облизывать пальцы. Да. Так, у нас 5-1 были против 11-го. Первого осуждаю. Поднимите руки, кто против 10-го, строго. Раз, два, три. Ни одной руки. Против номера 6, Десаута. Раз, два, ненавижу двойку. Ни одной руки. Не трогайте шестерку. Я разделяю эти чувства с вами. Против номера 2, Наташа Генсухи. Раз. Извините, а можно два. Я подниму руку? Против кого? Если хочешь проголосовать, да. Против Наташи Генсухи. Давайте, нахуй ее. В пизду, ребята. Ого. И, блядь, ее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть рук. Это рука. Шесть рук у Наташу. Короче. И это подавляющее большинство. Наташа. Извини. Твое последнее слово. Моя рука была в единицу. Мне похуй. Вы Наташа, выгнали скажи, мирного. Пожалуйста, мирная, вы бля, я мир... так и знал. Она я пиздец. Мирная. Честно вам скажу. Но уж. Мне похуй, что вы подумаете, в принципе. Но я мирная, я честна с вами. Я так и знал. Несмотря на то, что мне похуй на вас. И на вашу ебаную игру. Нечестно, мне поебать. Спасибо за внимание. Спасибо.
Мы мирно спасибо большое, только Наташа. Что. Спасибо большое, Наташа. Наташ, если получится, накрой, пожалуйста, чем-нибудь камеру. Не отключай ее, иначе все съезжает в РБ теперь. Просто... Ну, да, шпиздой заспит. Тебе же похуй, накрой чем-нибудь. Блин. Салфетки от дрочки. Осуждаю накрытие. Ну что же, засыпайте, погружайтесь в сон. Желаю вам спокойной ночи. Доброй ночи, друзья. Доброй ночи, Арина. Пусть трахнет кто-то у вас. Блядь. Друзья. Да, друзья. Добавил такой. Я вас люблю, друзья, вы все мне друзья. Извольте трахнуть. Кроме единицы, единицы моего врага. Полная тишина, все спят. Скоро мы узнаем, кого мафия изволит трахнуть этой ночью. Мафия просыпается. Мафия просыпается и решает, кого трахнуть. Итак, будет убит игрок номер. Мафия делает выбор и засыпает. Просыпается Дон Мафии. Дон просыпается и ищет комиссара. Дон засыпает. Пробуждается комиссар. Комиссар выполняет проверку и засыпает. Пробуждается доктор. Доктор выполняет лечение и засыпает. Все спят? Доброе утро. Доброе утро. Ребят, доктора убили. Доктора убили. Итак, господа, этой быстро. Ночью... Этой из ночью... Места. Умер номер 11. Скилзор. Ребята, чувствую хуйню. Это трусами накрывает? Скилзор остался без трусов. Единица, извольте пожелать вам приятного аппетита. Благодарю. А что вы так добры ко мне вдруг неожиданно стали? Я что-то не понял. Подлиз пошел конкретно. Ну, обсуждайте. Приятного аппетита никогда не поздно пожелать. Даже... Даже после аппетита. Врагу. А, врагу. Убрали троих мирно. Диман. Ребят. Скажи, что ты на меня... Для, да? для меня эта игра крайне очевидна. Как Диман. Чистое озеро Байкала. И что ты думаешь? В котором нету единица места Калу. Ребят, я красный. Это очевидно. Ну, футболка красная, да. Да. Ну, что ты думаешь, Слава? Я думаю, игрок один, какой? Игрок седьмой. Иван, могу ли я вас попросить не чавкать? И с ним. Спасибо. Тройка, я с единичкой уже не играю, потому что я уже заподозрил его в мафиозных промыслах. А, уже не играешь со мной? Извините, Дмитрий, извини. Прошло Дмитрий, всего ты мафия одному... или нет? Дмитрий, ты мафия? И общее обсуждение закончилось. Виктор, а почему... Он не мафия, значит. Ребят. Нет, Витя, он мафия. Дамы и господа, общее обсуждение закончилось. Бля, единственная мафия, значит, да. Начиная со Славы, индивидуальной речи. Должно быть твое мнение. Попрошу... Пошла. Да. Какая же у кого у нас? Из могилы. Наташа, прибери, пожалуйста, телек. Ладно, ребят, замучу я ее. Не так, блядь, сложно это сделать. Сложнее выбрать, кто виновен. Кто виноват во всех кошмарах. Кто нас подставил и убил.
пока живой я, но недолго, за мой язык пизды дадут мне. Игрок один под подозрением. Ух, ебать там, посмотрите, двойка. Ебаный призрак. Враг в отражении. Запотело стекло. Так вот, ребят, один нечистый. Как нечисть, как, сука, призрак. Воняет от него говном. Не то говно, что из жопы. Не то говно, что из попы. А то говно, которое льется из мафиози. Он как ранний приступ коррозии. Коррозии металла. Хочу стаканчик Тана. Хочу пизды лизнуть. Хочу кончой я брызнуть. Хочу я брызги на лицо. Хочу вареное яйцо. Хочу прекрасный запах моря. Хочу на море в Евпаторию. Так вот, ребят, игрок один. По мне ебучий, блядь, кретин. Ведет себя как крыса, ведет себя как муса. Он стрелки всем метает, но... Он нас по той... Бля! Бля! Все за короче, бля! Спасибо! Единичка! Единичка! Пизда тебе! Спасибо, Слава! Я верю этому человеку! Тройка мой друг. Хорошо сказал. Спасибо. Нас, спасибо большое, разговоры, да, сейчас? Одиночные. Да, одиночные. Это был Слава. У меня хантик висит. У вас висит хантик? Он у меня сидит. Ну, в смысле, подвисает? Что, я тогда сейчас перезайду быстренько. Не висел, надо перезайти. Ребят, пошел я за картошкой. Возьму куриную ножку. Вернусь буквально прямо сейчас. Не надо ждать меня. Тут час наступит. Хоть раз. Не буду дальше продолжать. Не надо. Не буду. Я перезашла, у меня хантика нет. У вас есть хантик? Сейчас уже нету, да. Я перезахожу. Ага. Внимание, внимание, пропал хантик. Особые приметы. Блять. Тул и руль. Давно его не было в уличных гонках. Ну что за хуета, блять? О. Так, все, ты тут. Отлично, хантик, давай минута. Я не понимаю, почему первый номер в меня просто вкидывает, блять, на отъебись. Скажи, совсем еблан? Нахуя так руинить игру, долбоеб, объясни. Все, ладно, молчим. Хорошо, все, заткнись, блять, все. На губах следы миньета, братик. Не знаю, почему Ваня мне говорит, что так хочется наиграть, хотя я ничего по существу-то и не говорю. Но шутка. Просто флешбеки. Заебало. Ладно, пропущу его мимо. Хантик, ты кого-то выставишь? Ну пусть пятерка припьет. Пятерка, спасибо большое. Еще. Плюс чат, кого пугает инсайдер. Ребят, если меня. Есть комиссар, извините. Надо вскрываться. Открывайте сейчас, потом пизда будет. Инсайдер, слово тебе. Вань, ты... О пизде. Я проверил. Первую ночь. Два. Она красная. Во вторую ночь 9. Она, как вы догадались, все черная. Сука, блять. Я знал. А в третью ночь. Группы я вырезал. А в третью ночь кого проверил? Это значит, кто комиссар? Стримами стало. Кто комиссар? Комиссар. Проверка 2,
а третья ночь. Ребят, я комиссар, проверка 2.8.11 была. Спасибо большое, инсайдер. Ты кого-то выставишь? Меня? Ты кого-то выставишь? Спасибо. Сереж Десао, твой черед. 9 мой друг, я не буду играть против девятки, я верю, что девятка не мафия. И тройка мой друг, он такие речи загоняет, я прям горжусь, что я с таким человеком могу дружить. И я твой друг. И ты мой Витя друг, я тебе сразу говорю, что единичка мафия, доверься мне. Я тебе верю, я тебе верю. Витек, я тебе серьезно говорю. Я серьезно, я все, я верю. Я единичку уже никогда не поверю больше. Пока что я враждебно настроен, очень враждебно, я прям, скорее всего, даже близок к тому, что я ненавижу. А ко завали мне? Ебало. Ты мне тоже теперь не друг. Я тебя ненавижу тоже. Тем более да? После того, десятка. Как он. Тем более после того, как он. Извините. Слава, тебя просят поменять местами вебки, потому что перезаходили они. Я играю против единицы и десятки, а не два мафии на этом столе. Они мне не друзья, они мои враги. Так, у нас 1-5-9 выставлены. Ты кого-то добавишь? Выставляю. Благодарю, Дина. 11? А, 1-5-9 выставлено? 1-5-9 выставлено. А, тогда не первого, а десятого выставляю. Да, блядь! Готовь шутку, уебок. Сука, да какие шутки нахуй их не найти, блядь? Спасибо большое, Сережа, Витя. Так, я, получается, верю тогда шестерки. У меня вопрос к единичке. Единичка, у тебя кто мафия? Ну, это очевидно. Я ему верю, пиздец, бля. Что за подожди, нет, хорошо, секунду. Хорошо, тройка, комиссар тоже, да, ты скрылся? Да. Понял, спасибо большое. И пятерка у нас. Надо понять, там разномас. И я комиссар. Три разномасы у нас. 3, 5 и 10 охуеть, получается. Надо кому-то блядь. Верить. Я выставляю... Как же вы игру пиздец, припестки. 9 мафия ты? Нет. Блять. Походу да, блять. Я выставляю тройку. Когда Арина говорит не, значит чтобы да. Чтобы он поговорил. У меня проблем. Все, спасибо. Оставляешь тройку, правильно ведь? Да, я просто чтобы поговорил красиво. Угу. Против тройки спасибо не играю. Спасибо. Вам спасибо, господа ведущие. Так, идем дальше. Здесь у нас труп Фенаргота. Дальше Арина. Дорогие друзья, я вежливая девушка. Не стала перебивать Ивана на его речи. Вот. Но не потому, что я с ним согласна, а просто потому, что я... уверена в том, что я мирный игрок. И прошу вас, призываю вас поверить мне, потому что у вас нету причин мне не доверять. Я ничего такого не делаю. Я сижу спокойно, с вашего же позволения, на своей же минуте разговариваю. Вот. И прошу вас заметить, что единица играет с игроком под номером 7. Ну, заканчивай. Вот. И, скорее всего, там сидит мафия. Как да, и да, на номере 5. Ну, возможно, пятерка не мафия, потому что, возможно, он вскрылся к комиссарам, чтобы проверить на эмоции меня. Такое может быть, такое вскрывание имеет место быть. Я не спешу его обвинять в том, что он не настоящий комиссар. Точнее, что он мафия. Вот. Спасибо, что выслушали. Хорошей вам игры. Благодарствую, Ариночка. Приятно видеть, друг. Благодарю, шестерка. Ариночка, а ты кого-то поднимешь? Выставишь кого-то? А, семерку. Семерку, благодарствую. Прошу прощения. Ничего. Элегантно. Ванечка через два дня в школу. Ну тут заготовочка такая. Ну давай, ебашь. Бля. Заебись. Давай уже высели, товарищ. Не торопись, еще 40 секунд. Да-да, я могу не торопиться. Готовы? Да. Что общего между почтальоном и яйцами? Оба только стучат, но никогда не входят. Че, не смешно, да? Рупис, да. Бля, не смешно, да? И теперь заготовочка для десаута. Так. Готов, десаут? Да. Скажи унитаз. Унитаз. Папаша водолаз! Смешная профессия, я согласен.
Я боялась, там другая рифма будет. Я, честно, тоже сначала, когда услышал слово «унитаз», я подумал. Ку-ку-ку уехал, я понял, что нет. Все, все. Представьте, если бы он реально сказал, не водолаз. Я строго, ты мой враг. Все. Строго, ты кого-то выставишь? Особенно после этой штуки, пошел ты нахуй. Шестерку выставляю. Пошел ты нахуй. Спасибо, снова друг дружку, как следует, отвыставляли. Иди, Маликс. Следует ли мне включить музыкальное сопровождение, где можно? Да. На ваше усмотрение. Музыкой. Ваша речь, Витя, достовернее. Не, ну нас я им верю. Двое. Я верю тебе, ты веришь мне. А, шестерка крайне агрессивно действует в мою сторону. Я не уверен, что он это делает из благих намерений. Стихотворение, поэзия, к сожалению, в последнее время не вызывает таких эмоций, как раньше. Девятка была вежлива, но эта вежливость ложна. Пятерке я верю, что он комиссар. Понимаешь, к чему я клоню? Скажи да, понимаю. Витя! Витя, да, да, понимаю! Конечно! Девятка мафия, потому что пятерка комиссар. Голосуем в девятку. У меня все. Извините, большое я спасибо, надеюсь, Дима. Все заметили мафиозные слова и действия. Да. Шестерка, единица точно мафия? Нет. Ну что же, ой, господа, теперь время мафия, оправдательных речей. Начиная с номера 5 с инсайдера. 30 секунд. Я ему верю. Мне начинает казаться, что этот стол обречен. У нас три мафии на столе, а вы сейчас сделаете ошибку, не проголосовав в девятку черную проверку. Если вы не верите в мое комиссарство, то тут КГ. Спасибо, Иван. Я верю. Номер 9. Арина, твое оправдание. Ну, я уже, думаю, по эмоционалу показала, что я не мафия. Я не понимаю, чего вы добиваетесь, Иван. А, значит, все-таки у нас были ложные исключения на двойке, восьмерке и одиннадцатом игре. А, стоп. А кто? На двойке, получается, только. Вот. И я думаю, что остается у нас 1-7-5. Вот. И с вашего же позволения, дорогие друзья, призываю вас голосовать против единицы или той же пятерки. Вот. Спасибо. Спасибо, Арина. Номер 10, строго. Нихуя себе. Бля. Десау, ты такой, конечно, Кент. Нормально. Нормально, кстати, порвало тоже сейчас, нормальная шутка. Серёг, красава. Красава, Серёг, да, согласен. Бля, ну... Знаете, что будет, если постирать кофту Навальный? Что? Она сядет. Десятка мафия, похоже. Слушай, десятка просто долбоёб. Ты долбоёб. Может, кикнём десятого? А что... Спасибо, просто номер 10. Дин, тут сейчас не хватает скиллзора, осуждают. Сделай, пожалуйста, да. Номер 3. Пожалуйста, Слава. Прошу музыку, друзья. Друзья. Одну секунду. Наушник отошел у меня. Все та же, сука, блять, хуйня. 1,7 под подозрением. Желаю красным нам терпения. Я бы тебя измазал вареньем. Заткнись, ну заткнись, не перебивай. Ах, ребята, полная хуйня. Пожалуйста, выслушайте меня. Все, кто красный игрок, прошу поднять ваш локоток и кинуть голос в одного. Мы сейчас же выберем его. Игрок 1. Охуеть. Игрок 7. И 5 тоже, блядь, тупой. Это ясная игра.
Сука, 5. Это простая игра, ребят, для нас. Диман еще тот, как говорится. Обманщик. Да. Пожалуйста, ребят, послушайте меня. Пошел, блядь, первый нахуй, блядь. Поднимем руку, мы в него. Пошел он нахуй, я прошу вас. Сидит кокос, но он абсос. Шестой, блядь, точно комиссар. Четвертый просто, блядь, еблан. Восьмерка Лего собирает. Ему никто, блядь, не мешает. Скиллзор все, сука, осуждал. И где он сейчас, блядь? Он съебал. Мы сейчас все тут проебем. Пожалуйста, прошу вас. Давайте в первого сольем. Спасибо большое, Слава. Спасибо. От души. Слава. Спасибо, ребят. Номер 7. Витя. Всем привет, Косогород. Вы меня топите просто за доверие к человеку, за любовь и за доверие. Для тебя, блядь, никто не трогает, ёпт. Вы меня уничтожаете морально и хотите вывести, но я реально красный игрок. Вы... Я даже... Вы сейчас подумаете, что это тебя там, пытаюсь разномаздивать какой-то, нет. Но я вам честное слово говорю, я красный игрок, честное слово говорю. То, что с единичкой просто доверился просто. Козлу реально доверился. И он меня опрокинул максимально. И за собой тащит сейчас в пропасть. Я буду голосовать в единичку. Я заранее говорю, чтобы никто не говорил, что я докидываю. Затопим руки. Единицу, друзья! Семён, пошел блядь. Нахуй, сука, бля! Спасибо я большое, Витя. Я голосую в единичку, извините. Спасибо, Витя. Сережа, твой черед. Голосуйте. Я поддержу своего друга на тройке. Он сказал хорошую речь. Я буду на против семёр. Единицы, как я говорил изначально. Единица мой враг, я к нему враждебно настроенный на эту игру. И против и десятки. Совершаем десятки ошибку. Уёбок. Серег, давай не брать, так сказать, реальные обиды. Шучу, шучу, Серег. Все. Блять, как спасибо, Серега. Скамлю на айфон. Ребят. И номер один, Дмитрий Лик. Вика. Папа? Папа. Это я. Папа, это правда ты? Это я. Я ему верю. Меня слышишь? Голосуем девятку, Витя. Хорошо. Витёк, не слушай ты его! Девять. Витя. Пожалуйста, Витя, не слушай его. Спасибо, Дмитрий Лекс. Сделай этого, Витёк. На первом ёбаный хую! Я верю тройки верю. Пожалуйста, Витя. Верю тройки. Виктор. Извольте. Я еще здесь. Не, единичка, блядь. Итого, у нас в номинации. Хорошо, в 9. Дамы и господа, у нас в номинации 5, 9, 10, 3, блядь, 7, 6, 1. В таком порядке будете голосовать. Ребята, кто красный, в первого закинет голос. Найдите свой. Мафию. Найдите М за этим столом. Поехали. Поднимите руки. Кто против номера 5, инсайдера? Раз, два, три. Ни одной руки. Кто против номера 9, Арины? Раз, два, это мафия, друзья, три. Это мафия. Это мафия, ребят, я вас прошу. Я не могу. Четвертый. Не послушай и меня. Три руки что, поднялось. Блядь? И вкинь ладошку в первого уебана, бля. Кто против номера 10, строго? Раз, два. Не надо, Серега. Три. Одна Серега. Рука и один фак. Ты же комиссар, ты знаешь, рука. Что первый. Кто против номера 3, Славы? Раз, два, мое почтение, три. Ребята. Ни одной руки. Сегодня моя против хата для 7. Вас открыта. Вити. Раз, два, три. Ни одной руки. Спасибо. Против номера 6, Десаута. Раз, два, три. Ни одной. И против номера 1, Дмитрия Ликса. Раз. Пожалуйста, могу ли я поднять руку? Да. Все остальные, собственно. Серега, ты же проверял делать. Его! Ну как так? Я против строго уёбок. Так можно вдвух голосовать, против нет? Против тебя большинство. Против Димы 3? Против нет, 4. Большинство. Ребята... Квикантик, десятка, третья, четверка, девятка, десятка. Три в Арину, один в десятку. Соответственно, 4 оставшихся голоса в тебя. Твоё последнее слово. Диман. Ваня, не завис у вас?
Попробуй нас переобуть. А, нет, не завис, блядь. Не буду вас перебивать. Не буду вас переубивать. Перебивать. Я красный игрок, и очень печально так получилось. За что красного выиграл? У меня были подозрения, что такое может произойти, что я с этой позиции. Ребята, полный, бля, пиздёж. Я в тильте, пизда. По телу экстрасенская у меня дрожь. Я красный. Если ты кончил, закрывай камеру. Спасибо. И с этими словами вы... Это цитата с Порнхаба. Если ты кончил, бля, выключай камеру, товарищ. А, чё? А, ночь. Спокойной ночи. Все засыпают. Проводили Дмитрия в тюрьму и засыпают. В полной тишине просыпается мафия. Мафия решает, кого убить. Мафия засыпает. Ну, типа, такая конструкция получается. Просыпается дон мафии. На самом деле, сейчас сложно платформу собирать. Дон засыпает. Тут не так. Просыпается комиссар. Комиссар ищет мафию. Комиссар засыпает. Пробуждается доктор. Доктор выбирает, кого лечить, и засыпает. Утро. Доброе. Доброе. Доброе утро, друзья. Под подозрением Лея. С прискорбием вам сообщаю, что номер 6... Серёж Десаут мёртв. Друг, Трогу, брат! Уёбок. Прощайте. Прощайте, Сергей. Было брат. Блядь, это пизда. Ребята. И с прискорбием же вам сообщаю, что это означает победу мафии. Кто? Кто? А как так-то? Подожди, у нас же есть доктор. Почему он не мог похилить разве в следующую ночь грамотно? Голосование. Нет, ну как бы... Все, да? Кто? Кто? Кто был? Наргота не играет. Алина, я думал просто... Да, Наргота нет. Бля, кто мафия? Я что-то тупанул, да. Ты ведь мафия. Ты мафия ведь. Конечно, конечно. 10 раз. И Диман, да? 3, 7 и 5 мафия. Ты что, ёбнулся? Я не мафия. Признавайтесь, мафиози! Я мафия. Ты мафия! 10. Ты же, блядь, такая скромная Почему была, вы не блядь? Поверили инсайдеру? Потому что он чавкал? Кто еще раз? Блин, я всем верю. Я вообще всем верю. Очень продуктивная мафия. Вон, смотрите, уже собрал. Нет, реально, а кто мафия? Ну скажите. А кто был мафия, реально? 4-9-10. 4-9-10. Да, 4-9-10, инсайдер и комиссар. Самые тихие сидят, все понятно. Подожди, то есть... То есть ни Витек, ни Диман не был мафией? Я ни разу никого грамотно не похилил. Я сейчас пытался хилить бустера, потому что я думал, что он все-таки самый красный игрок. То есть я не угадал между бустером и десаутом. Вот. А можно оправдаться, да, перечатом уже? Зачем? За что? За то, что я буду наивный, потому что я, блядь, наивный! Роллер Б! Да не, в смысле, нормально сыграл. Мне сразу было понятно, что тут красными игроками не вывозится вообще никак. Там... Да, сложно, сложно, сложно очень. Так, ну, у кого какая роль была? Ну, в принципе, очевидно практически все. Да. У нас ну, Дима Ликс был параноиком. Савва Сичон сам очень дискорден. У Арины роль быдла, да, была, по-моему? Нет, какой быдло. Конечно, быдло.
Это в жизни она быдла, сегодня она была очень такой... Интеллигентная. Вежливая, да. Рыночка была вежливая. Угу. Наташа была пухуисткой, номер три поэт. Слава, мое почтение, отлично отыграл. Спасибо. Номер четыре Марк Тильтовый, номер пять инсайдер. А, джентльмен, да, именно так звучал джентльмен. Сандер джентльмен? Ладно, запах, чувствуете, СМР. Запах витает. АСМР, какой-то. АСМР. АСМР. Номер шесть, друг слэш враг. Переобувщик. Номер семь, наивный. Номер восемь, занятой. Номер десять, бля, Диман, ты себя вел как черный игрок, бля. Вы с Витьком, бля, пиздец, я отвечаю. Ну ладно, я играть нюхай не умею, конечно, но все же. Девять вежливые, Рина, значит, строго юморист и скилзор осудитель. Бля, еще тот юморист, бля, я ебал нахуй. Не, меня порвало, когда строго первую шутку пошутил, у него камера вырубилась. Не, первая хорошая была, но и последняя была хорошая. Я, блядь, уехал просто. После поселений, да, конечно, что-то я тупанул. Не, ну еще неплохо с моим пенисом, брат, который я макнул вот с этого. Я выдавливал слезы, блядь, это вообще пиздец. Я не знаю, ты читаешь эти шутки в интернете, это такой пиздец. Наоборот, имба, в смысле, это смешные шутки. Нет, там вообще, так, ну, там, ну, анекдот, это я потому 2006. Что из 100 выбирал одну. Там просто-то такое говно было. Ну, лучше бы все хуярил подряд, блядь, я думаю, у тебя шуток не было, блядь. То есть это как раз было то, что ты отобрал? Это да. Чтобы ты понимал, походу, самые смешные были. Самые разрывные.